Здравствуйте, друзья. Случилось то, что, наверное, рано или поздно должно было произойти. Александр Емельяненко бросил вызов Александру Шлеменко, главному борцу с алкоголем в российских ММА. Мы позвонили Шлеменко и узнали, что он об этом думает. А сначала смотрим, что именно Емельяненко сказал о шторме. Здрасте, здрасте, всем люди добрые. Здесь наткнулся на февральскую статью, где Шлеменко говорит, что народ сделал из меня миф непобедимого. Выходи, подеремся с тобой. Ты еще перед боем с Кокляевым собирался выйти со мной на ринг. Готов был заменить его, если тот вдруг травмируется. Ну давай, Саша, если ты не бздила картонная, подеремся с тобой по правилам бокса. Я тебе побью. С удовольствием. А какая ваша реакция была на вызов Александра Емельяненко? Ну, первое у меня было, конечно же, удивление, в первую очередь. Ну и также потом сразу же стало приятно, потому что тяжеловес Александр Емельяненко вызывает, его же все сейчас вызывают, понимаешь? За ним выстроилась очередь из вызывающих Александра. И он сам, я от него не слышал, чтобы он кого-то вызвал, плюс для себя выбирает заведомо простые, проще, знаешь, условия еще для себя пытается выторговать. То есть это по правилам бокса и так далее. Mm-hmm. Ну, знаешь, как минимум это показывает его отношение ко мне. Вот и все. Было когда-нибудь вообще, вот можешь вспомнить, чтобы хоть кто-нибудь в твой адрес такой вот грубой форме вообще высказывался? Да, конечно, могу. Одного могу вспомнить. Персонажа по фамилии Минеев. Ну в Америке говорили, ну там, знаешь, там это является, знаешь, такой, как сказать, частью игры в Америке. Mm-hmm. И тем более это было по-американски сказано, ну, на английском языке, а здесь, ну, я бы не сказал, что это грубая форма, знаешь, это такая. Александр же себя позиционирует с таким человеком тюремным, да, с понятиями. Поэтому, если мы берем именно с точки зрения каких-то понятий, то он так и высказался. Тебя не разозлило это? Да нет, а что меня это может разозлить? Я ответ свой уже дал, понимаешь? Он же сказал, если ты не там забыл, кто картонный, короче, то вызов принимай. Сделал. Да. Ответ мой уже прозвучал, все. Вы принимаете, да, то есть вызов? Ну, конечно, по правилам ММА. Mm. Принимаем вызов. Mm. А почему не по правилам бокса? Почему ММА? Ну, потому что я не боксер, во-первых. Правильно? Mm. Во-вторых, как бы охота для себя тоже условия нормальные получить. Они mm-hmm. просто, знаешь, тебя вызвали, тебе еще и говорят, то есть, как ты будешь выступать. То есть, тебе, я говорю, еще, давай сейчас он предложит, там, не знаю, работаем только одной правой рукой, или работаем одной левой, вот так. Mm-hmm. Ну, что-то mm-hmm. просто, знаешь, ММА, но я почему в ММА пришел, потому что я, ММА позволяет драться с любым, понимаешь? Да. Вспомни первые бои, там же не было весовых категорий и так далее. Поэтому ММА это моя стихия. Я выступаю в ММА. Причем так же, как и Александр. Если бы Александр был боксером, это другой вопрос. Да? Да. Опять же, Александр является тяжеловесом. Тяжелее меня на очень много килограмм. Либо я не знаю, он же не уточнял, может быть, он в боксе вызвал меня 84 килограмма побоксировать. Тогда да. Было бы интересно. Насчет условий, ты говоришь условия. Давай так, какие финансовые условия? Сколько тебе нужно заплатить, чтобы ты согласился с ним выйти? Я еще не задумывался насчет этого, понимаешь? На самом деле говорить об этом рано. Почему? Потому что, ну, это только прозвучала чисто инстаграмная тема. Понимаешь? Плюс у Александра Емельяненко очередь из бойцов, с которыми ему нужно встретиться. Mm. Ему нужно с ними там решить вопросы, с тем же Магомедом Исмаиловым. У них же вроде бы уже запланирован бой перенесен. Поэтому что об этом говорить? Об этом пока рано говорить. Надо сесть, подумать. Причем мы еще не разобрались, как мы выступаем. Mm-hmm. По каким правилам. Он же не сказал мне, выходи, я тебя жду возле подъезда, сейчас с тобой поговорим. Mm-hmm. Спору нет, тогда бы я пошел бы и вышел бы. А
А тут он вызвал меня на профессиональный ринг, профессионального спортсмена, при этом не предложив ничего. Поэтому надо, говорю, подумать, это же все будет конструктивный разговор. Он сказал еще так вот: побью тебя с удовольствием. А как думаете, как вообще вы его собираетесь побить? Он же огромный, то есть руки быстрые, то есть он килограмма 25, наверное, тяжелее будет. Ну поэтому мы в ММА, я ему предложил выйти. Заборю его. У него есть какие-то проблемы в стойке вообще? То есть если с ним играть? Да, конечно, есть. Какие? Ну, ты вспомни, опять же, его бои, в которых он проигрывал. На самом деле он проигрывал в стойке почти все свои бои. Один бой у него был, я помню, с этим. Блин, как его зовут-то? Сосновский. Да. Сосновским, но там Александр был явно в ужасной форме. И все. Остальные бои он все проиграл в стойке чисто. Считаешь ли ты Емельяненко Александра преувеличенной фигурой немножко в ММА? То есть не таким крутым, чем о нем все говорят, или нет? Не, ну, знаешь, конечно, ну, смотря кто что говорит на самом деле. То, что он один из самых серьезных тяжеловесов, ну, я думаю, тут никто не поспорит в мире. Да? Ну, насколько преувеличен, тут сложно говорить, всегда был Федор. Понимаешь, Александру с одной стороны было легко, с другой стороны было очень сложно, потому что он всегда оставался Федором. Да, и сейчас пришел его звездный час, и мы видим, как он его использует, вызывая средневесов на бой. А как, по-твоему, уже раскрутка боя началась? То есть это же как можно зайти? То есть он, допустим, ты борец с алкоголем, любым алкоголем, а он попадает часто в стойку. А он пропагандист, да? Не знаю, да, то есть, как думаешь, это реально вот уже история раскручивается уже, или это пока так еще на уровне болтовни абсолютно? Знаешь, да, если мы берем именно борьбу с алкоголем, тут, наверное, похожая ситуация, потому что явно мы, трезвенники, проигрываем весовой категории, ну, тем, кто употребляет, да, как бы сравнить по массам. Поэтому здесь, наверное, история также раскручивается интересно. То, что боец, который нормально относится к алкоголю, весит больше, длиннее руки и так далее. Боец пока на этом, ну, на бумаге пока, на бумаге чем-то может показаться ниже. Ну а так, ну что сказать, раскрутка боя, конечно, началась. Вот смотри, ты мне сегодня уже, получается, с четвертым я общаюсь. Конечно же, началась. А еще у нас только утро, а у вас это еще... У нас вообще 6:40 утра, когда... Да, да. Вот ты представь, я уже, считай, с 7 утра как проснулся, так я уже общаюсь с журналистами. Ну, конечно, это раскрутка. Сейчас Александр проснется, я думаю, на него... Что, Харитонов считает Емельяненко опасным для общества. Согласен с этим? Ну, бесспорно, если Александр будет употреблять алкоголь, естественно, он опасен. Это и видим... Что и происходит, все его основные проблемы. Человек, который выпивает и себя плохо контролирует, он является источником повышенной опасности. Тем более, если он может сесть пьяный за руль. Тем более, если он такой здоровый, обладает какими-то данными большими. Даже он является... Но опять же, знаешь, я не помню, и честно, это я не помню, чтобы у Александра были проблемы, когда он был трезвый. То есть для общества. Я такого не помню. Все проблемы были связаны, когда он был пьян. Какие у тебя по боям планы на лето? На это есть какие-то? Ну, слушай, ну у меня планировался бой на RCC. У меня есть претендент, с которым мы уже давно не можем встретиться. Это Луис Тейлор. Серьезный оппонент. Я не знаю. Будем смотреть. Сейчас же коронавирус везде. Что будет дальше? Может быть, вообще сейчас все закроется. Я сам жду, самому очень интересно.